уничтожен наш райский уголок двора, разрушены все дома насекомым. Насекомые мечутся, все скосили, убили красоту, уничтожили цветы, растения, которые несли огромную функцию в экосистеме. Все букашки остались без крова, бабочки и пчелки лишились нектара. Монстры, рабы, ничтожные, тупые рабы цивилизации, которые за 12 тысяч удавятся и уничтожат все, что вокруг живое. На квадратный метр десятки всяких разных насекомых, которые лишили сейчас своего дома. И сегодня утром это все было благодатное. Здесь летали бабочки и пчелы. Кормились птички. Был просто рай. А теперь на небе сгустились тучи и будут оплакивать этот дворожевой лужок. Берегите природу. Она создана и дарована вам. Она дает вам жизнь.